Это, наверное, больше к вопросу о каком-то там самосознании, самоопределении. То есть, кто ты такой? Это же мало сказать, что там я какой-нибудь там, не знаю, Рахимов Ильдус Фаритович. То есть за этим же что-то должно стоять, понимаете? То есть у нас уже появился такой как бы этнический татарин. То есть он вроде бы рожден как бы в татарской семье, язык он не знает, культуру не знает, историю не знает, свинину ест. То есть это вот вопрос больше, наверное, в этой плоскости.